штукатурная основа для нанесения декоративных покрытий на внутренние поверхности. Рельефу используется для создания неровных поверхностей с эффектом под старину для последующего нанесения на них декоративного покрытия серии «Детальи Дарте». Наносить штукатурку рельефу при помощи кельмы из нержавеющей стали. Разведение. Готов к применению. Для получения эффекта классику нанесите слой материала, выравнивая все неровные поверхности, подготавливая основу и создавая желаемый рисунок. После высыхания штукатурки при помощи кельмы отполируйте поверхность, удаляя излишки материала. Штукатурка рельефу должна быть защищена декоративным покрытием серии «Детальи Дарте». Для получения эффекта «Contemporaneo» нанесите материал мазками, создавая слой, закрывающий неровные поверхности и выравнивающий основу. Не позволяя материалу подсохнуть, выполнить отделочную обработку, продвигаясь по стене по диагонали, создавая оптический эффект пространства. После высыхания штукатурки при помощи кельмы отполируйте поверхность, удаляя излишки материала. Штукатурка рельефу должна быть защищена декоративным покрытием серии «Детальи Дарте». Оштукатуривание позволяет применять интересные дизайнерские разработки, сочетать различные виды материалов, использовать разные цветовые сочетания и композиции.